субботу, 1 октября, в военном комиссариате Республики Мордовия состоялось заседание Республиканской призывной комиссии. В заседании в качестве членов комиссии приняли участие представители правительства региона, районных военных комиссариатов, Минздрава, правоохранительного блока, в том числе органов прокуратуры. Повестка нашего сегодняшнего заседания – это рассмотрение вопросов, в первую очередь поступивших от граждан нашей республики по горячей линии главе Республики Мордовия. Глава попросил поручить руководству военного комиссариата в рамках действующего законодательства провести проверку совместно с главами призывных комиссий района. Всего таких обращений на заседании комиссии было рассмотрено 25. По 20 из них коллегиально были утверждены ранее принятые решения районных и республиканской призывных комиссий. Троих мобилизованных решено отправить на дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято окончательное решение о призыве. О неявившемся по повестке призывнике в полицию будет подано заявление об объявлении в розыск. Рассмотрен вопрос в отношении многодетного отца, который состоял в резерве, в начале сентября был призван на учебные сборы, а впоследствии мобилизован. По обращению уже принято решение. Направить заявителю разъяснение по действующему законодательству о праве ему предоставления отсрочки в соответствии с федеральным законом номер 31, статья 18, и предоставить ему отсрочку от призыва по мобилизации, направить письмо командиру части и освободить его от военной по мобилизации. Стоит отметить, что по большинству обращений заявления поступили от матерей и жен мобилизованных, от самих военнослужащих жалобы на нарушения в ходе мобилизации единичны. По каждому вопросу во внимание принималась позиция органов прокуратуры, медицинской комиссии и республиканского Минздрава, а также военкомата и главы района, откуда боец призывался. Учитывались и семейные обстоятельства, включая наличие детей, инвалидов, престарелых родственников под опекой и на обеспечение мобилизованного, наличие брони, все, что предписано законодательством. Глава Мордовии Артем Сдунов поручил проводить заседание Республиканской призывной комиссии по рассмотрению обращений граждан, касающихся вопросов мобилизации, регулярно.